Удочек обед. Вот так вот и живут тут все лето, весну и осень. А люди подкармливают. Ой, все взвезли, все крышево, вода вся мутная. Вода мутная, все. Процедуры, утренние процедуры. Кто ест, кто моется. Как на лыжах подлетел. Из рук прям едят. Из рук? А чего он не встает-то, больной? Уже всех знают, даже кто чего стоит. У кого лобка больная, у кого не больная. Эх, ведь красавицы. Вот это ведь красавицы. В общем, все здесь суются здесь, потому что кормежка идет. Люди добрые, приносят хлебушек, зерно, остатки продуктов, какие-то там остались от завтраков, обедов, ужинов, и кормят домашних, и чего, не как домашние уже стали эти удочки. Вот, видите, какие волны дают эти кораблики маленькие. Как красиво, скоро улетят, скоро застынет это все, маленькое такое озерце. Болотца, вернее, болотца. И они все улетят. А я иду в парк.